Глинтвейн. У меня красное вино. South Africa. Мерлот. Плюс австрийская начинка. Австрийские спайсы. Здесь уже и гвоздика, и корица. И, по-моему, еще цедра апельсина. Вот эти пакетики, они похожи на чайные. Я уже их добавила в вино. Корицу добавила немного свою. Вот она, настоящая корица. Она многослойка идет. Сахар добавляю. Немного. Но это тоже дело вкуса. Немного апельсинового сока. И пару долек апельсина. Даем разойтись сахару. Не кипятим. Доводим до кипения и выключаем.